Дочка, ты такая у меня красивая. Может, все-таки возьму быстренько, убежим от детей? Давай. Я быстренько сейчас с сыном поговорю. Пошла. Дочка, иди погуляй. Как дела? Хорошо. Ну, как зовут? Меня зовут Катя. Да. Гуляю. Ну как? Клюет? Да что-то к вечеру перестало. Слушай, давай напишем записку. Вкусный червячок и на крючок, а? Пап, ну это старая шутка. Поймай башмак с надписью «Отличная вещь». Ну да. Ладно, присмотри за Катькой, а мы с мамой сходим в лес грибы поищем, ладно? Ладно. Мне? Бери. Ты зачем здесь?
Ты мне весь лес на дыбы поставил. Кто боится тебя, кто прячется по-всякому, но встречаться с тобой не хочет никто. Бояться — это правильно. А встречаться им со мной действительно не стоит. Для их же блага. Наглый ты, смертный. А ты как будто бессмертный. Все мы смертны лишь, все. Мне-то пульки твои серебряные до одного места. Упырей ими пугай. А с медью как? Образованный, значит. Атуша, твое счастье, что я знаю, что в твоем лесу без тебя бардак наступит. Поэтому сидим тут разговариваем. Ладно, чайная церемония окончена. Любезностями обменялись. Нужно тебе чего? Погиб местный житель. Трое туристов пропали. И машина с городскими. Это твоя территория. В медведи я не верю. Что запутал ты их тоже. Кто охотится в твоем лесу? И вообще, почему ты допускаешь это? Тебе же только во вред. Внимание, поисковики, шум, мусор. Потом попов приведут. Это лесу не нужно. Кровь невинных лить. Западло, я же знаю. Русаля неделя. У многих из наших крышу сносит. А попробовал раз с кровью смертных. Назад дороги нет. Я знаю, кто и где. Оксана. Жена твоя? Кто? Мавка? Кимора? Шишига. Я не знаю, Макс. Не знаю, помогут ли выходные. Не знаю, могу ли я тебе доверять. Сейчас вот ты милый, и хочется тебе верить. Макс, черт возьми, это что было? Да я не знаю. Я не знаю, никогда так раньше не делал. Я обещаю. Я тебе обещаю, когда вернемся, я обязательно схожу к врачу. Проверю крышу на протечке. А этот дом... Там же есть земля. Есть возможность его продать и купить квартиру. Надоело снимать. Да и когда дети пойдут, на съемный будет тяжело. Да когда там еще дети? А дом продать нельзя. Ну, во всяком случае, при жизни моего отца. Он туда не ездил, но для него это место очень важно. Он не продаст. Но когда этот дом станет моим, я тебе обещаю, я его продам, и мы купим квартиру. И тогда можно будет поговорить о детях, да и вообще о многом другом. Ну, куда едем? Где это? Да, заеду. Куплю молока, да. И куры. Чувствуешь себя как? Ну, хорошо. Лёшку после садика успеешь забрать? Роща седьмого. Подожди, вызываю. Давай я перезвоню. Пока. Седьмой рощи, слушаю. Роща седьмого. На старой дороге кровью из крапли индивидуальную машину с серой угер. Предположительно, с ней собаки. Пропавших на лозе вчера, проверь. Седьмой рощи. Я сегодня выходной. Домой собирался вообще-то. Рощи седьмого. Лев Семенович, проверьте, пожалуйста, нет вам посылать. Там все-таки дети были. Что за хуйня, блядь? Седьмой рощи. Хорошо, 2:00.
блядь, сука! Сдохни, мразь! Сука, что ж ты не дохнешь-то? Что это? Что это за хрень? Это шишига. Крайне злобная и прожорливая тварь. Что это, приколы такие, да? Тебя как зовут? Капитан Фролов. Глеб. Слушай, Глеб, там в машине труп. В лесу еще трое. Включая двух детей. По-твоему, это прикол? Пошли тела прятать. Иначе твои коллеги приедут, и хрен ты им объяснишь, что здесь произошло. А ты кто? Человек, который тебя спас. Пока этого достаточно. Тихо. Кто заходит? Она людей убивала. Я знаю. Про свою бабушку. Да что рассказывать-то? У нас сложные отношения. Мой отец просто ненавидел ее. А я любил к ней на лето ездить, когда мелким был. Потом сложнее стало. Не знаю. Я не спрашивал, он не объяснил. Но сказать, что бабка нас любила, не могу. Как-то не весело. А за что он ее ненавидел? Да хер знает. Говорил, что она с ума сошла. Колдунья ее обзывал. Да мой отец вообще очень странный тип. Потом мы к ней ездить перестали. Как-то раз телеграмма пришла. Я в 11 классе учился, что она умерла. Так мой отец даже не поехал. Так просто позвонил. Чисто кому-то здесь, чтобы похороны организовали. Жесть. Она же его мама. Ну да. Да я не знаю, почему у них так вышло. А мне вот тут в детстве нравилось. Природа, простор. Да, здесь здорово, красиво. Что такое? Да фиг знает. Бензина нет? Ну, конечно, есть.
Ты не видишь, что совсем все потухло? Так из-за бензина не бывает. Ну, я-то откуда знала? Блин, вон деревня. А где дом твоей бабки? Да вон за холмом. Тут, я думаю, километра полтора, наверное. Слушай, пошли пешком. Ну, с машиной, я думаю, ничего не случится. По-другому никак. Ну, пошли. Что случилось? Что? Да что, нога! Что? Больно? Опять вывих. Очень больно. Ну и что будем делать? Ну, два варианта. Первый, я несу тебя в деревню, а потом возвращаюсь за нашими вещами. А второй, ты остаешься в машине, а я пойду звать кого-нибудь из местных на помощь. Второй точно нет. Я тут одна рядом с кладбищем, не останусь. Неси-ка меня на руках. Ты давно обещал, вот самое время. Хорошо. Я тоже не хотел тебя тут оставлять. Так, аккуратно. Так я себе представлял отпуск. О, я тоже. Нога. Не думала я, что она меня снова побеспокоит. Надеюсь, что ничего серьезного. Завтра починю машину, ну или найду местную, поедем в город к врачу. А сейчас отдохну, пойду за вещами. Макс, я люблю тебя. Доброй ночи. Вы не пугайтесь, я ваша соседка. Просто я увидела свет, а его тут так давно не было, я решила проверить. А вы кто? Я Максим, внук Елены. Хелены Экман. Она жила здесь. У вас все хорошо? Да это просто какая-то жопа. Нет, правда, ну, сначала машина заглохла. Здесь, возле деревни уже. Потом дождь. Тоня... А, это Тоня, моя жена. Ногу повредила. У нас все вещи в машине. Как-то не заладился отпуск. Максим, вы не волнуетесь? Давайте я Тоне помогу, проведу ее в дом. А вы пока идите за вещами в машину. Ладно. Ну, я быстро. Я пошел. Справишься? Да. Ну, только не оставляй меня долго одну. Хорошо. Дом, конечно, старенький, но жить можно. Я сейчас его протоплю, и будет поуютней. Пойдем? Я не могу. Нога. Старая травма. Я раньше много танцевала. Вывихи, переломы. Дают о себе знать. Можно я посмотрю? А ты врач? Нет. Ну, можно? Да. Ну что, пойдем? Пойдем. Это как? Ты говоришь, просто прошла? Угу. Ольга что-то сделала, может быть, вправила или
заговорила. Но у меня аж мурашки побежали. И сейчас тоже. Мистика и чудеса. Здесь прям атмосфера какая-то своя. Я завтра с машиной вопрос решу. И нужно оглядеться. Что тут, да как? Хорошо, мы хоть спальники взяли, а то здесь так сыро. Угу. Но ты знаешь, я все равно рад, что мы вместе. И завтра не нужно на работу. А может, мы все-таки зря сюда приехали? Да ну, ты что? Здесь классно. Завтра пойдем купаться, загорать. Погода как-то не располагает для купания. Северное лето. Кстати, можно еще сделать шашлык. И у меня есть бутылочка вина. Угу. Ладно, давай спать. Твой. Может. Макс, я устала. Спокойной ночи. Макс, ты здесь? Здравствуйте. Здрасте. Извините за беспокойство. А не подскажете, как пройти к озеру Длинному? Я не местный, навигатор сломался. Как бы это смешно ни звучало, я тоже не местная. Да? А я думал, все местные похожи на киноактрис. А вы не с Питера? Да. В каком фильме я вас видел? Или, может быть, на обложках журнала? Егор, кстати, меня зовут. Да вы льстец, Егор. Мы с вами знакомы минуту. Вы мне сделали уже 2 комплимента. Да? Всего 2? Не подскажете, как вас зовут? Антонина. Так вот, Тонь, 2? Это непростительно мало для такой очаровательной девушки, как вы. Но я исправлюсь. Исправляйтесь, Егор. Но не забудьте сообщить о них моему мужу. Мужу?
Это неправильно. На его месте должен быть я. Скажите, Егор, а вы к нам постучали дорогу узнать или клеить замужнюю девушку? Нет, я вообще-то на рыбалке. Но могу и поохотиться. Я на все руки мастер. А ты скромен. Мама так воспитала. Да, спасибо, что заметила. Добрый день. Чем могу помочь? Макс, это Егор. Он заблудился. Не подскажешь ему дорогу? Подскажу. Макс, а ты где с утра был? Я проснулась, тебя нет. Да я ходил по поводу машины. Откатили ее местным кулибином. Не обещал починить. Сказал, что возле кладбища часто электроника горит в тачках. Странные они все тут. Ей-богу, странные. Я испугалась. Да еще этот парень непонятный. Ну, он вообще молодец. Мальчишка бы умер, если бы не он. Откуда он взялся-то, парень твой? Говорит, рыбак в отпуске. Спрашивал дорогу к озеру. Рыбак. Возможно, у нас, конечно, и крайний дом. Все равно все это непонятно. Да не вижу ничего такого. Возможно. Ты чего? Кислая. Да я ж только что пила. Ну попробуй. Да, и вправду. Откуда у нас молоко-то? Да Ольга принесла.
тварь. Ой, кроха, где твоя мама? Тонь, да ну нафиг, что ты его руками берешь-то? Вдруг у него лишай или глисты? У тебя глисты в голове, и лишай под языком. Посмотри, какой он милый. Тонь, ты думаешь, что говоришь там? Ты тоже. Знаешь, Макс, твоя проблема в том, что ты никого не любишь и ни о ком не заботишься. Тоня, это тут при чем? Я просто говорю о гигиене. А я говорю о маленьком существе, которое ты боишься приласкать. Ну ты хотя бы попробуй. Пипец, Макс, от тебя даже кот убежал. Я тебе говорил. Теперь нужно руку обработать. Ничего страшного. Это просто царапина. О, привет. Да. Привет. А, мы идем на озеро. Ты не подскажешь, как пройти? Озеро долгое, дальнее. Прямо по этой тропинке. Увидите сухое дерево, потом направо. Угу. А не хочешь с нами за компанию? Мы думаем искупаться. Нет. А приходи сегодня к нам на ужин, мы будем шашлыки делать. Хорошо. Тоня, у меня от нее мурашки. А что не на служебной? Так это, чтобы внимание не привлекать. Ага. Ну что, узнал? Да, по машине все чисто. Она зарегистрирована на Максима Экмана. Дом, где они остановились, его отца. По даме нашей что? Слушай, там сложно все. Говорить о ней никто не хочет. От слова совсем. Судя по записям в ЗАГС, ей лет 25. До этого в доме жила мать Ольга, бабка Хелька. Про мужей ни слова. Я так и думал. Внимание! Всем сотрудникам Лондонбургского района, деревня Н. Пропал ребенок 9 лет. Девочка Мария Пешкова. Ушла вчера из дома и не вернулась. Получите ориентировки у дежурного. 2-0, ориентировка принята. А вот и первые звоночки. Че думаешь, твой случай? Мало ли что могло быть. Пошла девка в лес, заблудилась. Или мразь какая утащила. Да, могла. Но завтра Иван купала. И места здесь, ёб вашу мать, хоть напалмом жги. Скорее всего, утащили мавки или кикимора.
Они сейчас силу крепко свою чувствуют. Наглеют. Ну, ладно, здесь закончим, туда съездим, посмотрим. Я вот думаю, все. Они же разумные. А ты их вот так без суда и следствия. Ладно, мы с тобой оперативно-розыскные правы. Дознание. Ну, не по-человечески это как-то. Они не люди. Наружу звони. Да, погода явно не для купания. Да. Но зато мы с тобой вдвоем. А это самое главное. Сейчас погуляем, домой придем, я чего-нибудь готовлю. Слушай, тебе не кажется, что они тут странные? А тебе? Мне очень. Ольга добрая, я чувствую. Но каким-то странным образом она вылечила мою ногу. Она больше не болит. Фигня какая-то. Чушь это, конечно. Хотя есть же всякие бабкины заговоры. Ну и много всего. Здесь рыбы нет. Не помешал? Привет, нет. Ну да и ладно. Погода для рыбалки, а рыбы нет. Вот незадача-то. Егор, я хотела выразить вам свое восхищение за того мальчишку. Да бросьте. Не брошу. Вы же настоящий герой. Да это нас учили, пригодилось. Учили? Ну да, в полиции служил. Мусорня. А приходите сегодня вечером к нам на шашлык. Буду рад. С меня приготовить. Я в этом мастер. Тоже в полиции учили? Отнюдь. Папа передал мастерство. О, это очень кстати, потому что, ну, Максим не очень хорошо готовит, да и я тоже. Да без проблем. Одну минуту. Извините нас. Ну и зачем нам он? Что за шашлыки? Что ты такое творишь-то вообще? Я просто хотела выразить благодарность человеку, который спас ребенка. Заметь, ты не кинулся делать искусственное дыхание. Да и вообще, чтобы скучно не было. А, тебе скучно? Бывает. Окей. Тогда развлекайся со своим новым молодым кумиром. А я иду домой. Если ты вдруг вспомнишь, что у тебя есть муж, и что мы собирались провести эти выходные вместе, жду тебя там. До свидания. Видимо, помешал. А, да нет, он пошел мясо мариновать. Угу. Киса. Киса. Егор, а почему полиция? Ну, сейчас, скажем, не самая популярная профессия. Когда я был маленьким, у меня пропала сестра. И это фактически уничтожило мою семью. С тех пор я решил помогать людям. Служить им. Защищать. Ужас. А что случилось? Ее нашли? Нет, не нашли. И я не смог.
Мне жаль. Это было давно. А почему решил уйти из полиции? По здоровью. Ладно, мне пора. До вечера. Да, хорошо. Тонь! Да? А, нет, ничего. Пока. Встретить кого-то, создать семью. Но мое ранение расставило все на свои места. Когда я думала, что ногу уже не спасти, я просто начала ждать смерти. И тогда появилась Хильга. Девушка не может быть наделена столь невероятной силой.
Привет. Привет. Где я? Как тут очутилась? Ты у меня дома. Я нашла тебя без сознания и решила помочь. А то так опасно валяться, можно и почки застудить. Может быть, что-нибудь еще. У тебя часто бывают обмороки? Впервые. Там был котенок. Ты видела его? Да. Как можно поступить так с невинным существом? Кто это сделал? Выпей. Что это? Выпей. Похоже на лимонад Байкал, только горячий. А как ты меня донесла одна? Мне помогли. Кто, Макс? Макс даже не знает, что ты здесь. Егор? На, ты же выпустишь меня? Не подумай, просто все это так странно, как в фильме ужасов. Это не фильм. Привет. Макс, не нужно ревновать, нет причин. Я думал, мы проведем время вместе. А в итоге что мы делаем, а? Максим, успокойся. Не все в жизни можно решить отпуском. Может, есть вещи поважнее? И дело не в родителях, а дело в нас. Мы стали чужие друг другу. Вероятно, это кризис первого года. Само пройдет. Я думал, ты мириться пришла. А ты? Привет. Смотри, что принес. А хотите политический анекдот расскажу? Я же полицейский. Буду говорить медленно, но два раза. Всем привет. Кто-нибудь с ним представите? Оля. Приятно познакомиться. Взаимно, Егор. А я здесь в отпуске на рыбалке. На рыбалке? Ну, Егор, тогда расскажите, а зачем вам на рыбалке бинокль? Это чтобы увидеть самую крупную добычу. Давайте знакомство. Давайте. Ольга, а вы давно тут живете? Всю жизнь. А Лобочку вы хорошо знаете? Да, много лет. Максим, ну я и вас помню. А почему вы в город не переехали? Не могла, а потом просто смирилась. Оль, нарежь хлебушка. Thank you.
Это сюр какой-то. Она рубила хлеб топором. Да. Я читал, что у славян это страшный грех. Ну, то, понятное дело, было фиг знает когда. Ну, это вообще дичь. Никогда ничего подобного не видел. А может быть, она чародейка? Угу. Ты хочешь сказать ведьма? Но чародейка звучит как-то добрее. Мне кажется, нужно отсюда сваливать. М? Хорошо. Я схожу к мастеру. Добрый вечер. Ну и как оно продвигается? Да нормально, я релешки подпаял, там предохранитель заменил. Да и масло впрок. Нормально. Ничего себе ты постарался. Так умеем. В принципе, завтра можете уезжать. Уезжать? Ну да, все же готово. Да. Да-да, сможем. Слушай, дружище, а ты же, наверное, бабку-то мою помнишь? А, да, хорошая была женщина. А ты помнишь, как ты со своими дружками коровью дерьмо в мои окна бросал? Вы еще кричали, ведьма старая, выходи. Покажи нам фокус, что сейчас я тебе фокус покажу. Ну как, впечатляет? Это один из моих любимых. Ну что там с нашей машиной? Да все окей. Мастер только чем-то занят, я его не видел. Какого черта? Пусть чинит нашу тачку. Да я не против. Только... А ты чего это? Что, не видно? Я валю из этой дыры. Тонь, да брось это. Давай еще поживем здесь. Мне тут нравится. Может, отношения... наладится. Нравится? Ты мне ночью что говорил? Тонь, стой! Короче,
пешком, вплавь, на автобусе. Я тут больше не останусь. Мы не можем уезжать сейчас. Одна ночь. Да хоть месяц, но без меня. Солнышко! Ты останешься здесь. Столько, сколько будет нужно. Ну что? Короче, все, что нарыл. Хелен Экман, она вообще не местная. Она из Питера. Родственница известного тогда филолога Экмана. Тоже по филологической своей части. Поехала в наши края для диссертации писать, там, фольклор собирать. Наткнулась в лесу на мину. Ногу ей там разнесло, еле собрали. Угу. Выходила ее местная жительница, забрала, потом больничку определила. В больничке знакомится она с врачом. Любовь Морковь выходит замуж, рожает сына Игоря. Далее самое интересное. Муж от нее уходит, сына она оставляет матери, продает комнату свою в Питере в коммуналке. На вырученные деньги покупает здесь дом. Так до конца дней жила здесь. По-своему, пока ничего не понятно. А дальше то, что проверить нельзя. Бабку Макса в деревне очень сильно не любили и боялись. Говорить о ней вообще никто не хочет. А если и упоминают, то кроме как старые ведьмы не называют. Такие вот дела. Непонятно. Бабка Экмана ведьма? Допустим. А Ольга на кто? Тоже? Они же по двое не живут. Бред какой-то. Ну, мое дело сведения собрать. А что уж какой-то нечисти устроено тебе разбираться. Но спешу заметить, что про Ольгу никто худого слова не сказал. Я в курсе. Что в деревне слышно? Пропал механик Мирон Зайцев. Угу. Родственники волнуются, зацепок никаких. Но соседка видела, как вчера к нему вечером Экман сходил. Опять Экман? Садись, да. Поехали. Куда? В чёртово озеро. Зачем? Закопать его. Могу, Тони, не могу. Мы должны здесь остаться. Я не знаю почему, но просто должны. Максим, ты сошел с ума! Что происходит? Развяжи меня, Максим! Мне нельзя, нельзя лежать на земле! Молчать! Молчи, если хочешь жить. О, вот и соседка появилась. Ты как раз вовремя. Ты ведьма, это ты все устроила. Я читал дневник бабушки. И ты, моя бабка, вы были ведьмами. Это ты ее обратила? Я просто не понимаю, что со мной. Как в тумане все. Как будто я, это не я. Макс, послушай. Потому что ты, это не ты. В тебе говорит твоя кровь. Ведь ты внук Хелены. Я ее не обращала. Когда-то давно... Я помогла ей. Я вылечила ее. И она узнала, что мы есть. Она узнала, что мы существуем. И тогда она захотела власти. Она захотела обладать той силой. Макс, с помощью твоего тела она хочет выбраться наружу. Послушай, мы можем все исправить. Просто коснись моей руки. Макс, вы уедете из Тони, и все будет хорошо. Коснись моей руки и скажи, забирай все, что не мое. Макс! Макс, пожалуйста, сделай, что она говорит, и мы уедем. Пожалуйста, Максим, мы станем отличной семьей, Макс, у нас будет ребенок. Тихо!
Ребенок. Это смерт. Ребенок. Священная душа. Неокрепший сосуд. Спасибо тебе, внучок. Не стыдно? Добрый вечер. Зачем сюда пришел? И это с собой принес? Нам этого не нужно. Уходи. И дрянь свою с собой забери. Может, поговорим, а? Убери! Пойдем со мной. И мы моим сестрам тебе надолго хватит. Пуля серебряный, ствол заговоренный. Дернешься, растянуть башку к чертям. Руки рожала. И медленно поворачивайся ко мне. Смертью пахнешь. Отпусти меня. Я ничего не сделала. Не успела. А тебе бы понравилось, если бы у тебя в доме всякое дерьмо кидали? Вась, закрой, гниль болотная. Я тебя не трону. Мне информация нужна. Ты нет, не сегодня. Егорыч, да эта мразь меня чуть не убила сейчас. Арестуй меня. Кто рулит вами в этой деревне? Ольга? Хельга? Хельга никем не рулит. Даже бесами своими. Гоняет их почем зря. Песок собирать. Иголки на елках считать. Паутину в клубок сматывать. Они злятся. Ждут, когда она им работы поменьше задаст, чтоб поквитаться с ней. Она зла никому не делает. Не хочет. Хоть это и противоречит ее природе. Здесь Хелена правит. Ты что несешь? Она умерла 15 лет назад. А дух ее, а бесы ее здесь. Они ждут. Страшный грех свершится сегодня. Хелена призвала свою кровь. Давай без воды. Невинная душа сквернена. Будет принесена сегодня в жертву. И Хелена возродится. И убьет тебя. И твоего пухленыша. Че она бормочет-то? Давай не сейчас. Осквернена?
Ну, в машину. А ты думай, болото. Как обещал, не трону. Но я еще вернусь. Облететь можно. Ты знал? Не мой. Теща. Ты подумай, Хельга, какая ирония. Ведьму сжигает ведьма. Если бы ты не заставляла своих слуг заниматься всякой ерундой, то все было бы иначе. Но не переживай. Я заберу твоих бесов после всего этого. Они давно этого ждут. Угадаю, охотник! Там серебро твоего приятеля свинец! Давненько в меня не стреляли! Очень щекотно! Даю тебе разгреться. Я хотел просто немножко позажигать. О, как больно, как больно. Я сразу тебя узнал. Твою сестренку звали Катя. Она была первой и очень вкусно. Это я не...
уничтожил. Эта тварь разрушила мою жизнь. И я убивал всех, кого мог. Но вы разные. Жалко девчонку и Глеба. Егор, смерть не приносит покоя. Может быть, искупление, но не покой. Ты доверяешь мне? Да. Тогда отнеси меня в озеро, пока еще есть время. Никогда не пробовала. Отпусти меня, охотник. Прощай.